Ну что, друзья, девочки и мальчики, готовы ли наши киндеры из слаймов? Так, кручу. Сделать киндер я хочу. Запутаю, сделаю киндер. Так. Это у нас был киндер из слайма с пайетками. Давайте его откроем и посмотрим, что же за сюрприз у него внутри. Так, наш третий киндер. Это киндер Джой. Это у нас желтый слайм. С чем там у нас? С глазами. Это глазастый наш слайм. Так. Опа. Смотрите. Ой, у нас и глазки ушли внутрь. Аккуратненько его достанем. И посмотрим, что же там внутри. Наши глазки. Его нужно немного пожамкать, пошмякать, чтобы он перестал липнуть к рукам. Слайм схватил Дарину. Не хочет ее отпускать. Ай, мама, забери у меня слайм. Он ко мне прилип. Слаймомания началась. А нам надо еще из этого сделать как-то киндеры. Всем привет! Мы на канале Дарина Эльки Игрушки. И сегодня мы будем делать лизуны. У нас сегодня слаймомания. Здесь светящие с пайетками, с глазами, с блестками и клубникой. Слайм лаборатория. А потом мы попробуем сделать киндеры из слайма. Ну что, сначала займемся слаймами. Да. Открываем, смотрим, что же там за лаборатория такая. Ух ты, вот, смотри, сзади все нарисовано. Три баночки клея, различные глазки, бисеры, пайетки, звездочки, стаканчики и палочки для размешивания. Доставай. Ух ты, вот такой вот набор. Баночка с глазками и с бисером и... с какими-то блестюшками, со звездочками. А у тебя что? У меня баночка с каким-то светящимся, наверное. Наверное. Вот смотрите, вот такие глазки, такой бисер и вот такие маленькие звездочки прикольные. Такие глазки. Да, будет у нас глазастый слайм. Такие вот бусинки, пайетки, золотистый порошочек. Красители. И как, много каких-то баночек. Это клей. Баночка с активатором слайма. Клей для слайма. Клей для слизи. И клей для... О, мы будем делать еще флаффи слайм. Прикольно. Такая вот палочка, как у доктора. Дарина, откройте рот. Перемешивать, наверное, будем. Да, будем что-то мешать. Ой, еще какой-то пакетик с маленьким-маленьким количеством какого-то порошочка. Угу. Ну что, это у нас инструкция. Итак, нужно взять клей и налить в мерный стаканчик. Здесь у нас 30 миллилитров. И наливаем полный мерный стаканчик. Ого, какой жидкий клей. Жидкий прозрачный клей, да. Никогда не видела такого. Так, 30, 60 или 90. Мы будем максимум, да, делать? Сделаем 3 стаканчика. Наливай еще 2 стаканчика. Розовый. Розовый, 2 розовый. Ой, какой маленький пакетик. Розовый слайм с пайетками. С пайетками будем, да, делать? Да. Ух ты, круто, да? Ярко-ярко-розовый. Так, теперь добавляем пайетки. Мы решили, что первый слайм будет у нас с пайетками. Смотрите, что у нас получается. Думаешь, хватит? Да. Давай еще чуть-чуть. Давай. Во.
Круто, давай перемешиваем. Угу. Вот 30 миллилитров нужно отмерить. Да, у нас есть вот такой активатор. Мы сейчас наш мерный стаканчик. 30 миллилитров. Это целый стаканчик. Водичка. Активатор, да, очень жидкий он. Опа, добавляй. Не бойся испачкаться, мы сейчас все будем в слаймах. Так, и теперь опять нужно все перемешать. И уже должен получиться слайм. Дай его посмотрю. Круто. Да, после активатора клей превращается в настоящий слайм уже. Слайм с поверхностью. Сейчас мы тщательно перемешаем. Как он пахнет вкусно. Так бы съела. Мороженое на палочке, смотри, сейчас сделаю. Во! Дай понюхай. Надержи. Ничего себе. Это змейка у меня. Змейка с пайетками. Какой прикольный. Ну-ка, он не прилипает к рукам? Нормально получился? Да, прилипает у меня. Прикольный. Освободи палочку. Ой, он щелкает так прикольно. Нужно палочку помыть, наверное. Да, нужно палочку будет помыть, потому что следующий слайм у нас будет абсолютно другого цвета. Отцепись от меня. Его нужно немного пожамкать, пошмякать, чтобы он перестал липнуть к рукам. Слайм схватил Дарину. Не хочет ее отпускать. Ай, мама! Забери мне этот слайм. Он ко мне прилип. Слаймомания началась. А нам надо еще из этого сделать как-то киндеры. Итак, вот наш первый розовый яркий слайм с пайетками. Второй. Теперь мы будем делать второй. Выбирай какой, а я пока буду наливать клей. Желтый. Желтый будет? Да. Мы берем специальный клей для флаффи слайма. И наливаем, наливаем, наливаем. Ой, он какой интересный. Он отличается, и он уже какой-то блестящий такой. С жидким блеском сейчас. Видишь? Так. Флаффи слайм. Нужно весь. Я пока подготовлю активатор. О, смотрите, дым идет, пар. Как он настоящий. Пыль от красителя, да. Какой желтый, смотрите, ребята. Очень яркий. Прикольный цвет такой. Вот жидкий, обычный клей. А сейчас будет крутой слайм. Добавляем активатор? Да. Потом я глаза. Дарина будет туда складывать глаза. Сейчас. Смотрите, это флаффи слайм. Та-дам! Глазастый слайм. Может, еще глаза? Давай еще глазок. Смотрите, у нас глазастый слайм. Он нет. Смотрит на нас. Как мы? Что тут? Давай. Вот сколько глаз. Дайте, у меня опять такой красивый. Где глаза? А фу! Это почему он не липнет? Что-то даже... Да, этот прикольный получился. Вообще не липучий. На. Держи, вон там глазик за мной подсматривает. Ого, как щелкнуло. Еще щелкнуло. Thank you.
И давай туда еще зеленый краситель. Давай запихнем? Нет. Ну как? А, просто блестящий будет? Ну давай блестящий. Смотри. Ух ты. Так, и мы забыли активатора туда еще наложить. Теперь у нас все блестит. Во, происходит то, что нам надо. Ну, становится во. Настоящий блестящий. Давай, блин. Слаймом, слизью слайм. Держи. Давай. Ну что, липнет. О, обезьян циркова. Я. Нужно жмякать его. Я думала, получится не такая. Я думала, получится неприлипаемая. Так, это наша третья слизь с блёстками. Моя, как я, ну как мне от этих блёсток избавиться? Итак, друзья, наши слаймы готовы. Теперь мы будем делать из них киндер-сюрпризы. Мы не знаем, что из этого получится. Что из этого получится, но мы попробуем. Нажимать на шприц. Так. Слайм у нас сопротивляется. Так, получилось? Вот. Еще чуть-чуть? Да. Так. Итак, друзья, смотрите, какой глазастый киндер-сюрприз. Смотри, Дарина. У нас получается. Так, ой, еще один глазик у меня есть. И у меня еще. У тебя есть глазик? Давай еще глазик. Да все. Мы сделаем глазастые киндеры. Так, и закрываем. Нам нужно немножко его... Ой, еще глазик. Немножко его остудить. Падает. У нас получилась вот такая вот штуковина. Мы сейчас его... закроем. И положим ко мне. Так. Жалько. И в нашу машинку. Машинку для киндер-сюрприза. Бука. Немного срочно надо замораживать. Так, крутим. И отнесем его немножко. Охладим, да, наш киндер глазастый, прикольно. А потом замотаем вот в такую фольгу. Опа! Вот наш глазастый киндер идет охлаждаться. Берем наш оставшийся слайм. А ротик тогда будет... Чем же ротик сделать? Из слайма. Так, и кладем его вот сюда. Берем капсулу. Вот, смотрите. Сюрпризом. А у меня сюрпризом будет красивая лепешка. И начинаем давить. Так, у нас готов второй наш киндер-сюрприз. И с миньона. Отправляется по... Закрывается, отправляется в нашу машинку. Потом так, кручу. Делаешь киндер, я хочу. Запутаю, сделаю киндер. Так, вот он. Вроде все, идем его охлаждать. И будем делать третий киндер? Да. Давай, закрывай быстрее. Так. Пойдем его охладим, так. И тогда у нас что-то получится. Ага. Так, не, не так, вот так. Во. Закрывай скорее вот этими. Во. А то закрывается вот этими. И все, мы пойдем его охлаждать. Получится у нас мега блестящий золотой киндер-сюрприз. Ну что, друзья, девочки и мальчики, пришло время посмотреть, готовы ли наши киндеры из слаймов.
это у нас был киндер из слайма с пайетками. Давайте его откроем и посмотрим, что же за сюрприз у него внутри. Так. А здесь у нас миньон в шариках Орбис. Здорово, давайте посмотрим дальше. Получились ли у нас остальные киндеры в слайме? Опа. Так, откроем вот такой. Получилось вот такое вот прозрачное яйцо. Прикольно. А там внутри сюрприз. Это Лол. Киндер-сюрприз с куколкой Лол. Так, у нас уже есть куколка Лол, миньон, и откроем еще один наш самодельный киндер из слайма. Ух ты, смотрите, тут даже надпись отпечаталась. Шоколад Экс Сюрприз, прикольно. Так, давайте его как-нибудь аккуратненько достанем, чтобы не повредить. Опа! Точно, смотрите, даже надпись у нас отпечаталась. Так, а кто же там внутри? Давайте смотреть. Так. Кто же там внутри? Очень интересно. Опа. Ага, сюда мы положили свинку Пеппу пожарную. Итак, наш третий киндер. Это Kinder Joy. Это у нас желтый слайм. С чем там у нас? С глазами. Это глазастый наш слайм. Так. Опа! Смотрите. Ой, у нас все глазки ушли внутрь. Все глазки там. Остались только дырочки. Так. Аккуратненько его достанем. И посмотрим, что же там внутри. Наши глазки. Ой, а там у нас Маша из мультика «Маша и медведь». Вот так, друзья, мы сделали из слаймов киндер-сюрпризы с помощью нашей машинки для киндер-сюрпризов и большого набора слайм-лаборатория. А вы, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, а вам нравится играть со слаймами? И делали ли вы слаймы самостоятельно? И напишите, пожалуйста, из чего вы их делали? Может, мы с Дариной тоже попробуем и сделаем какой-нибудь слайм по вашему рецепту? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам очень интересно. Пока-пока!